Уже сегодня элементы искусственного интеллекта применяются в производственной сфере, обеспечении общественной безопасности, здравоохранении, оказании госуслуг и других. Один из успешных кейсов использования искусственного интеллекта – наша медицинская платформа «Церебро». Она позволяет через цифровые технологии быстро осуществить диагностику инсульта. В прошлом году после успешного запуска в Казахстане проект вышел также на рынок Узбекистана, а сегодня команда готова к его запуску и в других странах. Для развития инструментов искусственного интеллекта критично важно предоставить доступ к обширным данным и вычислительным мощностям. В настоящее время прорабатываем механизмы по предоставлению доступа к обезличенным данным предпринимателям и стартап-сообществам. До конца текущего года мы обеспечим наших ученых, исследовательские институты и бизнес необходимыми вычислительными мощностями.